счет три выпрыгнем и крикнем громко-громко привет. Раз, два, три. Привет! Итак, сегодня мы с вами поиграем, узнаем, что это за бачок и узнаем немножко о экологии. После нескольких ознакомительных игр волонтеры Темиртауского молодежного клуба переходят к главному, разъясняя детям, для чего они сегодня оказались в их дворе. В центре площадки появляется важный атрибут – металлический зеленый бак для раздельного сбора мусора. Поделившись на две команды, детворе предлагает наполнить его только тем мусором, который в дальнейшем можно вторично обработать. В ходе этой игры дети открывают для себя много нового. А сюда можно ложить, Катя? Арман, нельзя сюда ложить? Нет, только стекло. Все сюда выкидывают только стекло, пластик и бумагу. Волонтеры признаются, они не случайно проводят такие познавательные акции именно с детьми дошкольного и школьного возраста. Говорят, дети быстрее усваивают информацию о важности сортировки бытовых отходов, а после успешно ее применяют. Сегодня на данном мероприятии мы рассказали и показали детям, как лучше расформировать наш мусор, который скапливается дома, в какой бачок его стоит выкидывать, в какой нет. Мы показали, что в этот бачок нужно выкидывать стекло, пластик и бумагу. Я думаю, дети это усвоили и, думаю, будут это выполнять. Подобные экологические акции молодежь в Темиртау проводит часто, посещая дворовые клубы и школы. Только за последний год им удалось провести в городе свыше 2000 мероприятий. Активисты уверены, с каждым годом плоды их работы будут заметнее, а сам город станет гораздо чище. Владимир Пороховой, Анна Калинина, новости Темиртау.